кстати, еще одно ИПСО, которое они распространяют, это якобы конфликт Зеленского с Залужным, который опять, да, их любимая тема, но сегодня опять это было опровергнуто, потому что Владимир Зеленский, посоветовавшись с Залужным и с генералами, сказал, что Бахмут будут стоять. Вот. Опять-таки их ИПСО провалилось, и что они опять с этим будут делать, как думаете? Ну, смотрите, это отчасти ответ на те противоречия, которые они могут говорить, что их нет, но мы же видим, они же сами это заявляют. Я что-то не слышал от Залужного, который наезжает на Зеленского, или Зеленский на Залужного и говорит, что ты там вообще сиди. А как разговаривает Пригожин с Шойгу и с этим, с Герасимовым? Ну, сам лично нет, но их пидорами называют, вы извините. Ну, как бы, они же сами так говорят. Это же не мы с вами говорим, да? И поэтому это отчасти ответ. И у них там тоже какие-то противоречия есть. Вот у нас там, они говорят, это вы тут запускаете информационные какие-то телеги, да? А вот у вас там тоже не все в порядке, да? Вот, это во-первых. А во-вторых, ну, как бы это обычная стандартная попытка внести разлад. И понятно, что ты его не вносишь между Залужным и Зеленским, но другие же на это смотрят, может быть, у кого-то зародится сомнение, и это начнут обсасывать, понимаете? Я когда начинаю рассказывать даже на более низких уровнях про ИПСО, ну, конечно, в моей области вот информации, сетевых всяких, многим это кажется, ну, как бы, ну, а что, зачем этим заниматься, да кто в это поверит? На самом деле это работает. Мы ничего не можем вот с этим делать, это работает. Достаточно какую-то информационную такую запустить ракету, и, ну, она все равно работает. Она работает, может быть, не в ту цель попадает, ну, как обычно. Они ракету пускают, она куда уж, куда упала. Но она все равно побочно кусками своими захватывает многие пространства информационные. Но что уж говорить на больших уровнях, когда речь идет о противоречии внутри там, военно-политического руководства и так далее. На более мелких уровнях не гнушаются. Вообще не гнушаются. Ненормально, отлично. Кто-то награды получит, кто-то деньги освоит, кто-то, значит, отчитается красиво, понимаете? Но это делается, это постоянно происходит. И люди никак не могут понять, зачем, как, ну, где-то, как, какой-то информационный вопрос. Ну, что от того же фейковые отчеты о британской разведке о Крыме. Ну, подумаешь, это все проверяется. А на какой-то момент, а в момент принятия решения это куда-то зашло, это стало предметом обсуждения, понимаете? И параллельно появляется статья Фарида Закария. Понятно, что он никакого отношения к этому не имел, но в ведущем американском издании, он там знаменитый редактор-журналист, тоже который говорит, что ну вот как-то, в общем, надо выходить на мирные переговоры и допускать того, что Крым останется, остальное там может реинтегрировано быть. Это может влиять на умонастроение, понимаете? Создавать некий нарратив, который вдруг начинает дискутировать. А вот интересная тема, а давайте вот ее обсудим. И это касается всего, понимаете? Где-то направлено на Запад, где-то на внутрь Украины, где-то на сетевое пространство, оно очень разнообразное. А транстерриториальное очень разнообразное. А давайте вот так, давайте эдак. Пусть люди отвлекутся от главного, пусть они не обсуждают конец войны и реальную победу. Не, а давайте пусть они зародятся сомнения, которые приведут к разладу, тяжелейшему внутреннему разладу, постоянным выяснением отношений. И потом, когда люди оглядываются, говорят, такая ерунда. Ну, неужто из-за этого стоило вот на фоне войны? Не то, чтобы в мирное время нечем заняться, и людям от скуки, значит, они могут подискутировать какие-то темы, да? А вот на фоне вот ужаса всего, значит, они вдруг начинают обсуждать какие-то там мелочи, значит, которые на самом деле, в принципе, никакого значения не имеют на фоне происходящего. И вот это, безусловно, является целью таких информационных операций. Безусловно. Там целый, слушайте, департамент создан при Шойгу, который занимается информационными операциями. Прямо официальное ведомство Министерства обороны. Конечно, этим занимается и украинская сторона. Ну, конечно. И вбрасывает, и фейки, и провокации, конечно. Ну, потому что это война. Но проблема-то в другом. Все равно, как бы это ни делать, Украина продолжает оставаться демократией, а эти продолжают оставаться диктатурой с претензией на тоталитарную. И ты с этим ничего не сделаешь. И там союзники – это Запад, где ну все-таки свободное общество. Да? А с этой стороны мы видим, кто союзники Москвы. Вот во всем этом, да, и это именно такие страны, Иран, и Северная Корея, ну, в конце концов, Китай, вот такие это страны, и это неотменяемо, и поэтому цена одной пропаганды, как говорят, да, она не равна пропаганде той, которую мы говорим как настоящей. Я всегда считал, что пропаганда, она всегда с государственным элементом, в ней всегда есть начало денег налогоплательщиков, не спрашивая их, тратить или тратить на эту информационную кампанию, это государственное начало.
Да, конечно, можно назвать теоретической пропагандой то, что делается в Украине, но там это государственное начало совсем не такое. Оно не так работает, понимаете? В нем нет этого вот изначального монополии государственной на информацию. В Украине ее нет. Несмотря на то, что во время войны, конечно, много проблем с информацией, с ее обменом. Но это естественно. Масса ограничений. Чтобы не навредить. Потому что, ну, извините, здесь война же идет. Она же не на российской территории. Че, какая разница, кто там погибает там, для украинцев, если где-то это вне его придет. Ну, конечно. Но по-другому все. Поэтому, да, нужно всегда отдавать себе отчет, что когда такие ставки сделаны... В связи с войной это существование целого вот 1/9 части суши, если мы говорим о России, да и Украина тоже, да и Запад тоже, да и противостояние с Китаем, то информационные кампании это составная часть войны, понимаете, неотъемлемая часть войны. И разбираться в этом можно, просто нужно для этого несколько вещей. Первое, слушать авторитетных людей, то есть, ну, прислушаться к мнению людей, у которых безупречная репутация. Раз. Второе, нужно хорошо разбираться, то есть, следить за новостями, следить за происходящим, не поддаваться на какие-то вещи, которые влетают и вылетают, и непонятно откуда исходят, и вдруг вызывают такое бурное обсуждение, и даже к решениям каким-то ведут и так далее. Ну, и, конечно, обучаться. То есть, постоянно учиться чему-то такому, что делает тебя умнее, обозреннее, хитрее. Хитрее, намного хитрее. Потому что, знаете, простого провести можно. А вот хитрый такой, а это критическое, рациональное начало свойственно западному человеку. Он с недоверием относится ко всяким вещам, которые ему легко пытаются навязать, продать. Купи акции, купи там, значит, плацебо какое-нибудь. Он говорит, нет, что-то вы меня обманываете. Вот такой недоверчивый человек, он более там, где надо, понимаете? Вот. Информационную гигиену никто никогда не отменял, тем более при наличии соцсетей, интернета, да, который занял большое место в нашей жизни во время этих событий. Поэтому подписывайтесь на YouTube-канал Униан, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв, ссылку вы найдете в описании. И здесь информационная гигиена вам гарантирована, по крайней мере, мы разбираемся в фактаже, в информации, которая вбрасывается или приходит в информационное поле. Спасибо вам большое, Марк Захарович, за это. Да, спасибо огромное.